В этом году край должен собрать в консолидированный бюджет 220 миллиардов рублей собственных доходов. Также глава региона потребовал усилить контроль за предприятиями, которые задерживают зарплату. Еще одна задача сложная, но выполнимая – обновить краевые коммунальные сети на 5%. Отдельное поручение Вениамин Кондратьев дал по обновлению автодороги Краснодар-Новороссийск. Для Новороссийска это дорога жизни в определенной степени. И то, что происходит там летом, особенно вот где-то от Крымска и до Новороссийска, это никуда вообще не вкладывается ни в какие вообще нормальные понимания дороги. Возьмите ситуацию под свой контроль, подготовьте все необходимые мне документы. В наступившем году продолжат программу строительства детских садов и школ. Под здания разрабатывают несколько типовых проектов. Появятся и новые логистические центры для сельхозпродукции. Два уже начали работать, еще два построят в этом году. Всего в Краснодарском крае должны появиться 7 подобных комплексов.